сказать, чтобы ты не матерился, да? Посмотри, Нет. Света, я снимаю, я не фотографирую. Все. Всем привет. Территорию пометила, да? Это мой муж, это мой муж. Спасибо, кто пришел и остался. Будет интересно. С 2000 сейчас. Ура! С 2000, да. Нет, ребята, правда. Просто супер. Не представляете, какие ощущения. Вроде бы цифра небольшая для кого-то. 2000 это хорошая очень цифра. Я хотела сладкое. Ты хотела сладкое? Открывай себе сладкое. Да. Света, ты что, сладкое пьешь? Да. Ну, Света, что такая извращенка? Да, ну что такая извращенка? Слушайте, у нас есть коньяк очень хороший. Где вы взяли? Вчера, кстати, ночью он пил. Мы вчера 1000 обмывали этим. А сегодня две шампанские. О, деньги! Тебе его подарили? Это презент? Ну, это клиент, что там, сколько, 8 или 9? 8 тысяч, какая прелесть. Вот и нашелся повод. Да. У меня потрясающий вкуснотый стейк. Потрясающий просто. А ты почему сел на Свете на место? Блин, слышит, блин. Мое место на кухне, да, как у ребенка? Нет, именно на столу стола. Это тебе? Да. А Аня где? Да, Аня сейчас придет. Аня вообще не А ты почему себе один кусок мяса? Я сожрала все в вашем доме? Нет, мы со Светой все съели. Да, Инна, ты объела, видишь, только тебя и кормлю, как все, кто написал. Да-да. Кормит, не так это, ты мне скажи, это что у вас эти? Какие рюмки? Я не знаю. Это серебро? Нет, стеклянно, они чем-то покрашены. Ну, хватит метаться уже, давай иди сюда. Ну, подожди, на картошку-то чем накладывать? Такая Светочка бегает, на картошку-то чем? Давайте. Спасибо, что вы сегодня здесь. Да, ну, это правда. Денис, поздравляю. Спасибо. Желаю дальнейших успехов. Ой. Выпей, выпей, потом пойдешь. Аня, наверное, пришла. Да. Вернулась. Ребенок пришел. Вернулся. Это я у Светы дома с Денисом. Так. Это Аня? Аня. Мама. Аня. Я не знаю, кто пришел. Кто там? Кто Аня? Так, Анюта. Так. Руки иди мой. Так она не ходила. Я же тут под... Ну ладно. Иди мой руки. Так она не ходила никуда, она к бабушке ходила. Нет, это вот только у вас, у Куркулей, вы живете все в одном доме в разных подъездах. Мы в одном даже подъезде, она даже на улице не была. Послушай, мы когда продавали квартиру на Лермонтова, у нас, получается, мы рассказывали, вот там Куркулей, они три этажа скупили, получается, люди. Мама, дочка, и я думаю, четвертую мы тоже взяли. Вот. Или четвертый тоже купили. Что, свет маму выключать? Кто там выключает? Выключай. Ну ладно, давайте пока. Очень неожиданно вы как-то. Ты моя девочка. Я не буду. А пить-то что будет? Вино. Так, вино есть шампанское. А допей, что тут пиво пропадает? Ну-ка допей свою бутылку. Ну да, пью, понятно. Она разберется, не приезжает. Да, я вот не могу позволить, чтобы у меня пиво пропадало. Да, сухое. Я не хочу, тогда допью. Я всегда все допиваю и доедаю, поэтому такая толстая. Все доедаем, все допиваем. Это эти же огурцы? Я в банке, кстати, съела уже. Вкусные это у нас мама Света. Ты беременная, может? Нет. Да чего ты, было бы здорово. Нет. Аня замужем. А сколько ты уже лет замужем? 4. 4 года. Так время быстро прошло. 4 года. Света может стать бабушкой. Да, красивая женщина может стать бабушкой в любой момент. Я очень бокальчик. Хочу. В этот бокальчик. Вот в этот, да. Вот бокальчик. Так, ну да. Давайте еще раз тогда. Да, с Аней уже. Так, у тебя налито? Или ты выпил уже? Нет, да, нет. Не нужно подбавить. Да, нет. Да. Денис. Подбавляй. Она еще не пришла. Гуляет. Не хочет. Может, она целый день. А где? А она познакомилась с кем-нибудь? Кого? Маму, тебя с кем-то познакомилась? Она дружит с бабой Ниной очень даже. С бабой Ниной они гуляют. Да вы чего? Я не могу. Какая милота. Женя? Очень даже. А здесь, кстати, в каком-то подъезде живет
старушка, бабушка тоже, так она из Краснодона, то бишь вот рядышком, рядом там же. Ну, давай, дальнейших успехов. Мы тебя поздравляем. Да, спасибо. Дальнейших успехов. Я только так. Процветание твоему каналу. Вот. И как можно больше просмотров и подписчиков. Да. Чтобы все добрые. А, в данном случае, в данном случае пока, кстати, подписчики уже не важны. Сейчас нужны просмотры. Нет. Монетизация у тебя включится в любом случае. Подожди, тебе сейчас нужны просмотры. Пускай, вот знаешь, даже если у тебя останется вот столько зрителей на канале, ну, имеется в виду подписчиков, если просмотры будут ого-го, а это друг от друга вообще не зависит. Но все равно... За подписчиков. Да. Молодцы. Спасибо. Мы все поддержали. Всех да. любим. Спасибо, да. Очень теплые да. слова, поэтому оставайтесь, никуда не уходите. Никто никуда не пойдет, все будут есть и пить. Приходите больше. Приходите больше, да. За подписчиков. Да, да. Вот видишь? Любви обильная. Вот. Я? Я не могу. А подожди, у нас вот такая есть это. Да, я хочу. Кто это? Горчичка. Да, я говорит, хочу. Давай, я все, я ем. Я ем. Это. Выходи! Света! Я не могу! Я вам несу блюдо, которое принесло нам вчера успех. Дочери, да, я сожрала целую курицу. Нет, покажи поближе. Я что я еще не попробовала. Скажите, что? Да это рулет куриный, очень вкусный. Это кожа? Да нет. Смотри, Инна, то же самое, что у тебя. Я знаю. Пусть не думают, что я только тебя кормлю, я семью тоже. Не-не-не, я тебе сейчас сделаю. Так что? Я сейчас второй раз дали. Аня такая говорит мне, это кожа? А я не смогу. А ты сними. Ну, это очень вкусно. Мама, наоборот, только это куриная ест. Куриная кожа того. Нет, ты кожу-то не ешь. Ну, ты убери. Я только что сказала, что нет. Нож для хейтеров. Ты попробуй. Мы никого не режем. Там сыр внутри. А, ну все, тогда хорошо. И ветчина. Это сыр, ветчина. Сыр, ветчина, это самое, что да. ни на есть прекрасное. А кожу можно не уберу. Да, конечно. Маме дай нас. Съест точно. Съест. О. Давай. Я же вчера купил сразу две курицы, их две да, расчехлили. А что, прикол-то в коже, да? Да нет. Ну, оно не прикол. Прикол, чем кожа, оно сочность держит, понимаешь? Оно не раскладывается. А если его в что-нибудь другое вернуть? Ну, в бумагу? Нет, ну есть как... Ты зачем с ножа ешь? Более добрая, да? Рука. Нужно маленечко. Тихо, смотри, зарежешься сейчас, это нож. Разорежешься, говорит. Ну, так она, знаешь, постоянно... Могу зарезаться. Подожди, давай. Все нормально. Ну ладно. Так, теперь еще один по-украинскому. Давай. Ты чего? Галстук. Ты... Я забыла. Подожди. Я забыла. Детская? Кроватка. Да, Ты чего? Я на тебя смотрю, я забыла. Как я могу... Носки? Шкарпетки. Это я знаю. Это легко шкарпетки. Я еще знаю конфетки. Цукерки. Цукерки это я тоже знаю. Вот, норм, уже три слова. А орех как? Лещина. Тоже конфетка есть, да? Лещина. Это я знала. А тут какие конфеты? Как-то горих есть. Ну, вот у них. А как? Да? Ну все, хватит на сегодня. Ты усвой это, завтра проверим. Нет, ну кроватку. А что ты не спросил меня, как пиджак? Как пиджак? Как сорочка-рубашка? Почему ты меня это не спросил? Я тебе уже сказала только что. Хорошо, а пиджак как? Так же, как по-русски. Пиджак. С английским акцентом. Ладно, давайте как вот 8 марта. Ой-ой. Я не знаю. Я еще не выучила. Ладно, подсказываю. Березень. А. Березень. Ну, березень это март. Да. А 8 это? 8 березня. Тут же переобулся. 8, а чего вы смеетесь? Мы не смеемся. Ну, так и есть. 8 березня. Вот кто из Украины смотрит, то скажет, правильно говорит, я думаю. Кусочки какие-то, да, сидят? А я думаю... Нет, все правильно говорит он. Никто не... На память народу себя сниму. Все уже наклюкалось, да, такая сижу? На радостях. Это Денискин успех. Давай-ка выпьем. Сейчас, подожди, я налью. Стоп. Я пью, я, естественно, я жру с два горла, пью из двух бокалов. Естественно, видите, сама с собой чокаюсь. Нет. Она наша крестная фея нашего крестная канала. Мать. Крестная да. мать нашего канала. Крестная мать. Желаю успеха. Так-то ты, можно сказать, продюсер.
Да? Вот, все. Про... Не, бескорыстный, кстати. Что бы что ни говорил. Вот, бескорыстный. До поры до времени. О чем уже все? Поздняк? Все, да. У нас взаимовыгодное сотрудничество. Да. У меня личный повар и личный адвокат. Ты понимаешь? А ты личный продюсер. Вот. Давай. Да. Ура, Новый год! Да, Денис, желаю успехов. Спасибо. А что мы чокаемся, не работаем? Да, я хочу. Вообще, что как дураки такие себя ведем? Чокались. Ничего, гремим. У меня щеки красные, не потому, что я уже наклюкалась. Ну, блядь, ну наклюкалась, конечно, но... Жарко. Жарко. А что мы... А, у нас скрыт все балкон. Все открыто у нас. А выгляжу я сегодня вот так. Все, я могу. Короче, в брюках. Ты в красном, а на красном фоне. Кстати, Инна. Я не в красном, дала с балконом. Че? Когда я шла? Когда ты шла. Вот такая ты. Вот такая, да? Издалека вообще. Нет, ты что, вблизи, Света? Это еще лучше. Не, правда. Деня говорит, смотри, как ты, она такая идет. Королевишна такая. Вот прям да. Нет, кроме шуток. А посмотри, суки, про меня как плохо пишут, а? Придурочные, потому что. Вот. Нормально же не будет гадости писать. Не обязательно. Ну, еще и меня так приятно слышать комплименты вот именно от женщины, именно от красивой. Да нет, правда, ты молодец. Ты очень красивая. Эффектная женщина. Да. Ясно? За это надо выпить. Давайте-ка выпьем, а? У меня уже нет ничего. Шок. И главное, по два раза чокнуться. Да мы даже больше, чем... Подлейте мне. Ты, может, выше еще поднимешь? Это что, сладкое? Это сладкое. Ни в коем случае. Все, каждый сам свое пьет. А еще Швепс у нас есть. А Швепсом зачем? Ну, просто с водкой. Она похвасталась, а вас сегодня. Когда я пришла, Денис еще жарил мясо, чтобы оно было с пылу жара. Я уже Швепсика нахлебнула. Да? Он хорош. Очень даже. Ну, кстати, я тоже иногда его люблю. Вот именно вот этот. Не мохито, а еще обычный тоник прозрачный, который тоже нормальный. Да, у нас сегодня не пьянка, а именно торжество. Именно торжество. Да. А пьем мы горилку, да? Горилку, да. И пьем мы за Дениса. Да. Давай, Денис. Ну, спасибо. Да. За тебя. Да. Ура. Давай, дорогой. Спасибо. Ну и за меня, естественно, раз у тебя будет все хорошо, и у меня будет все хорошо. Естественно, это две не одной цепи. А если у тебя будет все хорошо, то и у меня будет все хорошо. Да, и все на Мальдивы. Это было бы замечательно. Ну, лет через 10. А там же скучно, говорят. На Мальдивах-то. Если есть вилла своя с выходом в море и с горкой, то не скучно. Ну, понятно, только на горе, с горкой, да на горку. И еще плюс к этому кокаин. Нет. 208-я статья. Прокуратуру нас сейчас вызовет четвером. Вот смотри, у тебя сейчас уже раз, и тебе на крючок посадят. Нет, я тебе хочу сказать, потому что... Мы против наркотиков. Ну, это да. Честное слово. Нет, мы это не поощряем, но, понимаете, если вот человек тупица, ему будет скучно везде. На Бали ему будет скучно, на Мальдивах будет везде скучно, в пятизвездочном отеле, в семизвездочном отеле. А нам в трехзвездочном так будет весело, да? Пусть тогда пьет водку лучше. Вот. Ну, кокаин не надо. Нет, я... Ты лезешь? Да, она мне позвонила и спросила, все нормально. Пускай приходит, срочно. Может, Леночка придет. Ну, продолжаем. За нас. Давайте привыкнем. А чего опять? Ну давай. Давайте по десятому кругу. По десятому кругу, да.